Друзья, всем привет! Это снова я и снова с Hyundai'ем. Вот, инструменты Hyundai. В этот раз хочу рассказать про автомобильный набор головок, воротков и трещоток производства Hyundai, сделано на Тайване. Значит, интересно. Интересный такой наборчик. Вот. Собственно, сейчас я его покажу вам. Вот он в таком чемодане, в пластиковом. Вот. Я не рекламирую, я просто делюсь, рассказываю. Какие бывают инструменты. Ну, просто делюсь для того, чтобы народ знал, что есть достаточно, ну, хорошо изготовленные инструменты, которые не стрёмно брать, которые не, ну, на мой взгляд, не подведут. Значит, вот такой вот чемодан. Вот. Хочу сразу рассказать, что, ну, вот у него клипсики, ну, защёлки, ну, пластиковые, да, не железные, как вот на разных. Ну, набор стоит недорого, но достаточно серьезный такой, сейчас вы увидите. Значит, у чемодана, ну, ничего страшного, что вот этот пластик, он достаточно такой, ну, гибкий. Я уже юзаю уже второй, ну, уже года два, как этот вот, вот он грязный даже немного. Вот сам инструмент. Вот. У чемодана вот тут вот тоже пластиковая, ну, петля, то есть не железная. Ну, если все это порвется, ну, всегда можно будет тут железные поставить. Но не в этом суть. Суть в другом. Суть вот в том, что это набор головок, да. Вот. Так, сейчас как его получше вам продемонстрировать. Значит, вот я открыл чемодан, да. Вот у него такая есть поролоновая, есть прослойка. Ну и вот, собственно говоря, сам инструмент, сами инструменты, да, то есть 108 предметов здесь, да, вот, различных нужных форматов всех головок. Значит, здесь есть вот головки. Переходники различные, две трещотки, одна такая большая, вот начну сразу с трещоточки, да, вот тут с надписью, да, хорошая, тяжелая такая, серьезная трещотка, 72 зуба у нее, вот, то есть, вот такой вот, значит, первая трещотка, да, вот есть маленькая трещоточка, да, вот, маленькая такая, вот, тоже очень приятная такая, ну, инструмент, что я хочу рассказать, инструмент качественный исполнен, опять же, вот я сакцентирую внимание на том, что, ну, качественно он сделан. Вот, он не хромированный, ну, не полированный, но и не из силуминовой стали, как бы, сделан. Вот, головки такие мощные, да, вот у него. У него здесь есть, значит, одна особенность, ну, сразу хочу рассказать, вот, на примере большой головки. Вот у него в этом наборе вот такой вот есть интересная решение, называется unlock, что ли, да, то есть у него вот эти грани, они вот, видите, звездочкообразные такие, вот, то есть это позволяет, вот закругленные здесь, позволяют захватить, вот эта головка позволяет захватить слизанные гайки, да, то есть это вот у всех так, вот, слизанную гайку, то есть может захватить и отвернуть, ну, то есть не соскальзывая. На каждой головке вот такой вот есть вот, ну, надпись, вот, обязательная, да, с маркировкой.
обязательно. Вот. Значит, здесь есть вот такой вот переходник коленчатый, тоже достаточно такой, ну, хороший. Все это на восьмигранниках закручено, да, то есть нормально вот этот вот, одна вторая вот эти переходники тоже выполнены, выточены, то есть. Ну, я уже вот пользовался, я вот хочу просто вот вам продемонстрировать. Никаких люфтов нет, ничего, то есть именно покрутить. Что вам тут показать-то? А, тут есть вороток. Вот такой вот, тоже с надписью. Так, что он тут не настраивается? Сейчас покажу. Не хочет он. Ну, в общем, на каждом изделии, да, вот, на каждом изделии есть надпись. Вот как раз. Давай, настраивайся же, а? Фотокамера. Вот, это силовой такой, ну, более-менее силовой. Так, в этом наборе что тут есть? Вот рукоятка под отвертку. Вот, то есть тут разные, можно надевать всякие насадки. Вот. Вот такая вот. Что вам? Вот хотел снять обзор, и теперь слов не нахожу, надо, что вам показать здесь. Вот. То есть достаточно, ну, серьезный набор, да, и вот что самое интересное, вот. Секрет в чем, да, вот этот вот захват гаек, да, вот он очень радует, да, то есть слизанные гайки ухватывают нормально, вот. Ну и в силовом плане, то есть как бы, ну, я не использую на силовые, да, нагрузки, то есть вот этот вот набор, как бы, ну, с умом все, конечно же, использую. Применяю, вот, для силовых, как бы, нагрузок есть у меня силовые, как бы, инструменты, да, черного цвета, тоже головки черного цвета, они ударные там, да, и воротки черного цвета, ну, а это чисто вот как, ну, сборочно такой, для механики, чисто механическими работами заниматься. Вот, что я хотел рассказать-то. Ну, вот тут вот есть комплект удлиненных головок. Вот, значит, у них тоже вот такие вот, ну, тоже с такой вот, они все с такой особенностью. А единственная головка здесь, единственная головка вот с обычными гранями, это вот свечной ключ, да, вот, не знаю, видно, не видно, свечной ключ, вот, вот здесь вот обычная уже идет головка, вот она. То есть там резиновая, внутри резиновая прокладочка есть, чтобы не обломить. А, и вот еще вот этот вот, вот такой вот еще есть. Вот, две такие головки с обычным этим шестигранным. Под шестигранник обычный. Вот.
А этот, вот это вот все, то, ну, тоже под обычную шестигранную гайку, просто у нее захват вот идет такой хитренький. Это не та, которая 12 граней, что ли, которую можно на гайке прокручивать. Это та, которая захватывает слизанную гайку именно, да? Вот это вот такая вот считается. Набор вот такой вот. То есть... Вот одевается вот сюда, вот нажимается сюда кнопка, нажимается головка, вот, то есть и крутится, вот. Вот. Ничего не слетает, то есть плотно она вообще так захватывает, вот просто ее не оторвешь отсюда, вот надо вот обязательно отжать кнопочку, снять. Вот. Ну и с умом, конечно, использовать это все можно. Ну, нежелательно, конечно, силовым методом. Не, можно, нет, он усилия хорошие, он это крепкие такие гайки, болты, ну, крутят, но как бы я считаю, что для использования на силовые какие-то нагрузки, прям на супер там бить молотом по ключам там, да, там, ну, это не для этого, вот этот комплект, этот набор не для этого. То есть это чисто вот такой сборочно-механический. Вот, что еще рассказать. Ну, все вот эти отверточные, вот эти вот все насадки у него есть, да, все биты, да, всех видов, да, там и звездочка, и редкие всякие какие-то, вот, допустим, вот, восьмигранник или шестигранник первый. Вот такой набор. Когда покупал этот набор, когда приобретал, интересно так, где я приобретал, я уже не помню. А, стоит вот этот вот набор 4500, то есть это, ну, как цена такая бюджетная, а набор сам по себе не бюджетный нифига. То есть, ну, очень хорошо изготовлен, то есть, ну, я считаю, что такой вот можно приобретать. И вот при приобретении вот такую вот кепку подарили. Вот она тоже одноименная, да, автомобильная кепка. Вот как раз. Вот. То есть, ну это, ну видно, что это фирменный набор, да. Вот. Что это, ну, что он не китайский, это сразу говорю, это Тайвань. Видимо, изготовлен он на тех же заводах, где вот как раз вот изготавливаются все вот эти, все такие же, такого же плана наборы, как вот Омбра, Джонни Свей всякие, там что там, Ликота, Кинг Тони, это все оттуда. Сравнить его можно, наверное, по качеству, по, ну, с Ликотой, да, с Кинг Тони, то есть вот такого плана, да, вот он, набор. Что здесь интересно? Ну, я не знаю, то есть вот все, ну, как обычно. На всех вот этих вот, во всех этих предметах, наборах, то есть вот, ну, нормальные есть вот насадки, которые плотно, все вот плотно здесь, кстати, вот эти вот вороточки, ну, как-то все сидит плотненько, все, вот, то есть для сборки, пожалуйста, можно применять. Коленчатый вот вал, все. Вот, пожалуйста, раз. Ну и, соответственно, вот одеть
если куда-то добраться, вот, пожалуйста, вот, вот, крутишь ты, вот, нормально, вот, все это тоже не... Единственное, какое вот, что я хочу, можно косяком назвать, это вот это вот от руки фирменная надпись, вот это вот, ну, чуть-чуть подтерлась, но как-то это не принципиально. Вот. Вот так вот. Все это как-то... Для удобства жизни достаточно, я считаю, что должно быть у каждого. Вот. С собой его возить, я не знаю, если кому-то понадобится, то можно возить его с собой. Только вот зачем? Вот он в таком ящичке. Вот. То есть ничего с ним не происходит. То есть ящик, вот ящик, чемодан. Некоторые жалуются вот на эти пластиковые там. Я ничего не вижу такого плохого в этом, да. Вот защелкивается спокойно. Ничего не открывается. Вот. Вот что еще? А, вот что хотел рассказать-то. Что повелся-то на именно на вот это? Во-первых, ну, качество высокое при... низкой цене. Это они, видимо, только вышли на рынок или что. Но самое прикольное то, что еще соблазнило то, что они вот в Европе представлены. То есть вот эти вот инструменты, вот, что я обнаружил вот, в Великобритании, да, то есть есть прямо официальный сайт, прям в доменной зоне Объединенного Королевства. То есть, ну а все, как все знают, что, допустим, некачественные, да, у них контроль там очень такой серьезный, некачественные, они, ну, вряд ли бы пропустили бы к себе, на нем стоит штамп Европейского Содружества, сертификат там качества, потом я пробил в интернете, что они входят в ассоциацию производителей инструментов там Европы и Америки. Ну вот это вот как бы вызвало доверие и оправдалось оно все. Вот. То есть то, что он не хромированный, не блестящий, это, ну, я считаю, что не принципиально. То есть это не силуминовый сплав, это, ну, сталь. Сталь достаточно такая, ну, как бы, не слабая. Вот. Что еще рассказать? Ну, вот, вот этот вороток, да, вот он испытывал нагрузки. Вот, вот с этим, да, то есть вот этим вот приходилось крутить. Вот. Он испытывал такие, ну ничего у него не повреждено здесь, не слизано. Вот. Вот. То есть достаточно все серьезненько так, ну, и ничего не падает. То есть никуда не провалится, не отщелкивается. Вот, вороток снимается вот этот вот. Вот. Вот так вот. То есть это можно еще и сейчас. Вот. То есть вот он удлиняется таким вот образом. Вот, вот так вот можно удлинить. Вот. Ну и где-то если трещоткой, да, там подлезть. Ну или вот сюда. Можно ставить другой вороток, ну и крутить все спокойно. То есть, ну зачем вот такая длинная, я сам не знаю. Есть варианты, и без этого можно обойтись. Вот.
То есть вот такой вот набор. Вот. То есть я считаю, что вот, ну, как бы выбирал, да, там, так, смотрел на Кингтоне, на Лекоту, но что-то меня цена особо не обрадовала. 12 тысяч, 9 тысяч, там, 70 предметов, да, а здесь вот 105, что ли, предметов, да, и вот 4,5 тысячи. Вот. Порадовал вот, вот это вот то, что еще раз как бы скажу, что вот этот захват, unlock, или как он у них называется, хитрый, когда слизанную гайку, то есть можно, он хват, ну, цепляет слизанную гайку и нормально так встает, и можно крутить. Вот. Вот так, насчет профессионального использования, я думаю, ну, нормально, у профессионалов и похуже бывают инструменты и наборы, вообще похуже, просто стрёмные, и они профессионалы, вот, и они профессионалы, и у них вот есть и похуже инструменты, вот. Это вот категория как раз, ну вот, можно отнести, ну, к премиум классу спокойно, потому что, ну, здесь никаких нету вообще вот таких вот, ну, не вижу вообще косяков никаких, просто никаких. И начиная от производителя, заканчивая, да, ну, производители, ну, во-первых, да, именитые, да, Hyundai. Hyundai, Hyundai, Hyundai. Хенде, да, то есть уже как бы они не дают обосраться, да, своему производству, ну, ценят они свою марку, то есть это не контрафакт никакой, это официально их нет, да, у них там как бы нету прямого такого производства инструментального, но дело в том, что и у General Motors нету прямого производства инструментов, хотя у них есть линейка, да, там инструментов General Motors. Я вот видел General Motors наборы, и Ford видел наборы, которые сделаны тоже на Тайване, там же, вот где вот эта вся приблуда и делается. Вот, так что вот такой вот набор можно смело брать. Вот, как бы по небольшой стоимости с большим качеством. Вот, это я к чему говорю. А, Hyundai, что еще? Вот порадовало при низкой цене. Вот минимум косяков, практически их не отсутствие. И самое прикольное, то, что. А, вот я рассказывал же, да, про мотоблок, про снегоуборщик, да, вот ни мотоблок, ни снегоуборщик не подвели вот уже несколько сезонов, вообще просто как часики работают, никаких там вообще просто ни по металлу, ни по узлам крепежным, никаких нет вообще просто проблем. И самое, вот еще раз повторюсь, цена. Цена просто мизерная, да, на сегодняшний день. Вот, поэтому. И вот самое интересное, да, я заметил, уже, ну, исчезают эти позиции, то есть, видимо, люди разбирают, исчезают. И, кстати, по наборам есть еще где-то штук 5, что ли, видов у Hyundai наборов. Там и чемоданы, другие, там немножечко, ну, все из этой серии, да, но там идет. Там с молотком, там уже с пассатижами какой-то набор там есть. Тоже копейки стоят там до 4000, что ли. И тоже, ну там, допустим, не две трещотки, а одна. Но зато есть плоскогубцы и молоток. Там, ну, я не стал брать мне вот этого. Вот именно этот нужен был полный набор всех головок. Вот.
и обрел счастье. Приобретя этот набор, обрел счастье. То есть закончился геморрой с беготней, связанной с размерностью там головок, с подлазением где-то, в чем-то, в каких-то механизмах, в каких-то там еще, то есть моментах. Вот даже насосная станция вот есть в подвале, да, и тут для нее даже пригодился, там есть такие узлы, где надо подкрутить кое-что, то есть надо было подкрутить, и вот когда не было набора, вот был геморрой. Набор появился, все, теперь проблем никаких нет. Так что вот для техобслуживания всяких механизмов, я думаю, это нужно. Вот. Так что вот так вот наборчик. Что еще вам рассказать? Тут вот какие-то есть, конечно, вот шестигранники. Я не знаю, для чего они. У меня есть отдельный набор. Вот. Ну вот эти вот тут вот так резиночкой скреплены, лежат. Не знаю, это для чего это сюда. Ну, это какая-то опция, что ли, положили. Так, что еще рассказать? Что здесь? Метрическая. Вся система здесь метрическая. Так, что еще? То есть такая вот широкая, есть вот широчайшая такая отвертка. Вот, бита под отвертку. Она вот вставляется вот в этот переходник. Вот так вот. Вот. То есть вот такой вот переходник. А переходник одевается вот на такую вот. А, ой, что это я делал? Подожди. Вот, переходник можно вот на вот сюда. Вот. То есть, если надо удлинить, вот удлинитель есть, вот такой вот, вот такая отвертка получается, вот. То есть, если надо вот такую отвертку крутить, вот, пожалуйста, вот такая широченная. Разные ситуации бывают, поэтому я считаю, что раньше, ну, вот пренебрегал этим всем, а сейчас вот приобретя, вот еще раз говорю, что нужно это все. Так что даже не заморачивайтесь, не парьтесь. Главное, на место все складывайте, чтоб не растерять. И все, и будет все всегда на месте. Вот. Никакой беготни там к соседу, дай мне то, дай мне это. Не будет никого. Вот, на этом все. Закругляюсь. Спасибо за просмотр. Ставьте дизлайки свои. Ставьте дизлайки. Хотя бы дизлайки. Потому что у меня ни лайков, ни дизлайков нету. Вот, поэтому я уж не говорю о том, чтобы подписаться. Хотя подпишитесь, конечно, чтобы не потерять, ну, из виду, потому что, ну, может быть, что-нибудь интересненькое для вас и будет. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч, до свидания. Пока-пока.